Правительство рассмотрело проект федерального бюджета на 2017-2019 годы. Документ предусматривает индексацию пенсий и социальных обязательств по уровню фактической инфляции предшествующего года. На следующие три года в проект бюджета заложен темп роста потребительских цен в 4% ежегодно. Также законопроект предусматривает увеличение зарплат бюджетников. Бюджет будет дефицитным, доходы прогнозируются почти в 13,5 триллионов рублей, расходы – 16 с небольшим триллионов. Таким образом, дефицит составит 3,16% ВВП. Из резервного фонда на покрытие дефицита потратит чуть более 1 триллиона рублей, полностью израсходовав его уже в 2017 году. Дальше основным источником покрытия дефицита бюджета станут заимствования. 28 октября планируется внести проект основного финансового документа на следующую трехлетку на рассмотрение Государственной Думы. На заседании правительства также обсудили прогноз социально-экономического развития России на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Проекты основных направлений налоговой политики, единой государственной денежно-кредитной политики и проект основных направлений таможенно-тарифной политики на этот же период, а также проекты законов о бюджетах Пенсионного фонда, ФМС и ФСС. Россия потратит на приоритетные проекты 150 миллиардов рублей. Деньги на их реализацию потребовал изыскать премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства провел очередное заседание Президиума Совета при президенте по стратегическому развитию. Планы весьма амбициозные. В 2017 году Россия должна реализовать 11 приоритетных проектов, которые руководитель Кабмина назвал квинтэссенцией текущего социально-экономического развития. В частности, на строительство школ предполагается дополнительно выделить минимум 25 миллиардов рублей. Будет финансирование и среднего профессионального образования. Премьер напомнил, что уже принимались решения о выделении значительных средств на поддержку малого бизнеса, включая развитие сети региональных лизинговых компаний. Кроме того, будет стимулироваться и развитие жилищного строительства в регионах. Действовать планируется по нескольким направлениям, в числе которых обеспечение участков инфраструктуры, поддержание региональных программ благоустройства городов на уровне современных стандартов. Будет продолжена и программа по строительству безопасных современных дорог. Премьер также добавил, что необходимо продолжить работу по расширению экспортных возможностей для промышленности, для сельхозпроизводителей и по другим направлениям. Одним из эффективных инструментов развития Ненецкого округа должен стать бизнес-инкубатор. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин. По его словам, сегодня созданы все условия для эффективного развития предпринимательства с учетом местных условий, рынка и имеющихся ресурсов. Бизнес-инкубатор станет одним из эффективных инструментов социально-экономического развития нашего округа, создаст и укрепит связи между малым бизнесом и другими секторами экономики, а также сможет обеспечить рост занятости и уровня жизни населения округа. Бизнес-инкубатор разместится в центре окружной столицы и на первом этапе работы сможет предоставить условия для работы полутора десяткам предпринимателей. Управлять деятельностью бизнес-инкубатора будет Ненецкая лизинговая компания. Для создания бизнес-инкубатора площадью 140 квадратных метров на 15 рабочих мест не потребуется привлекать дополнительные средства. Центр поддержки бизнеса, в котором будут сосредоточены фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий, Ненецкая лизинговая компания и бизнес-инкубатор сможет реально заработать уже в этом году. Запуск бизнес-инкубатора станет финальным пунктом, который региону необходимо выполнить по федеральному закону о развитии малого и среднего предпринимательства в части создания инфраструктуры для бизнеса. В настоящее время в помещениях на улице Ненецкой, 3, предназначенных для бизнес-инкубатора, проводится ремонт, завозится мебель и обустраиваются рабочие места для потенциальных клиентов с телефонной и интернет-связью. Возможность разместиться в офисах бизнес-инкубатора будет предоставлена предпринимателям на конкурсной основе. В рамках заключенных ранее соглашений между Департаментом финансов и экономики округа и администрацией Заполярного района, а также администрацией города, в округе реализуется мероприятие по внедрению в регионе стандарта развития конкуренции. В настоящее время разработан и согласовывается с заинтересованными сторонами план мероприятий «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в регионе. Еще одно направление работы – повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развития конкуренции в регионе. Ненецкому округу выделен дополнительный федеральный трансфер на обеспечение льготниками лекарствами. На лекарственное обеспечение федеральных льготников региону выделено более 2,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства. В 2016 году в рамках трансфертов из федеральной казны Ненецкий округ получил на эти цели 31 миллион рублей. В настоящее время в списке федеральных льготников, проживающих на территории Ненецкого округа, числится 3,5 тысячи человек. Из них 923 гражданина отказались от набора
набор социальных услуг, в том числе от лекарственного обеспечения, и получают льготу в денежном выражении. И по федеральной, и по региональной льготе пациенты получают лекарства, которые входят в специальный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На данный момент в этот список входит 335 лекарств, цены на которые аптеки не могут устанавливать выше определенного правительством уровня. В этот список входят препараты для онкобольных, для страдающих сахарным диабетом, астмой и другими серьезными заболеваниями. В Ненецком округе принято положение о государственной информационной системе «Региональный центр социального процессинга», которая обеспечит техническую возможность запуска проекта «Социальная карта в регионе». Принятый на очередном заседании администрации округа документ также определил основных участников региональной системы – те стороны взаимодействия окружных ведомств и учреждений, которые совместно обеспечат жителям округа получение социальных льгот посредством пластиковых карт. Это очередной шаг реализации проекта «Социальная карта в Ненецком округе». Опытная эксплуатация информационной продукта и выдача карт на руки гражданам планируется в ноябре текущего года. В рамках контракта по созданию региональной информационной системы предусмотрено и создание инфраструктуры для ее функционирования. В частности, закупка 10 тысяч пластиковых карт, 20 терминалов, ряда технических средств для персонификации карт. Первыми участниками проекта «Социальная карта» и обладателями персональных окружных карт станут получатели льгот на проезд в автобусе и на обеспечение молочной продукцией и детским питанием детей до 3 лет. Эти социальные программы первыми будут запущены в информационной системе «Региональный центр социального процессинга». В перспективе все социальные меры Ненецкого округа, а их сегодня 147, должны быть заведены на эту карту. Администрация Ненецкого округа намерена продлить еще на 3 года переходный период по перераспределению полномочий в сфере электро-, тепло-, газа- и водоснабжения поселениям, за исключением электро- и газоснабжения в границах городского округа. Ранее эти функции планировалось передать на исполнение органов государственной власти округа с января 2017 года. Новая редакция закона предлагает продлить их исполнение органами местного самоуправления до конца 2019-го. Соответствующие изменения вносятся в окружной закон номер 95, касающийся перераспределения. Распределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований региона и органами государственной власти округа. Законопроект одобрен на очередном заседании администрации округа и внесен на рассмотрение окружного собрания депутатов. С инициативой продолжить исполнять полномочия в названных сферах выступила районная администрация. Принятие такого решения позволит району реализовать начатые мероприятия, направленные на повышение эффективности отрасли. Речь идет, в частности, об оптимизации деятельности Севержилкомсервиса, о приеме в районную собственность имущества сельских поселений. Кроме того, по предложению руководства района в законопроект вносится еще одно изменение. Оно касается сохранения полномочий органов местного самоуправления по содержанию поселенческих автомобильных дорог. Объем производства компании «Мясопродукты» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. По производству колбасных изделий на 2 тонны, мясных полуфабрикатов на 8 тонн, мясных и мясорастительных консервов на 22 тысячи банок. Об этом сообщил руководитель главного мясоперерабатывающего предприятия. Выручка предприятия от реализации продукции собственного производства без учета НДС увеличилась на 8 миллионов рублей или на 19%. В рамках подготовки к предстоящей убойной кампании акционерное общество провело предварительные переговоры с руководителями сельскохозяйственных предприятий округа. Определены объемы поставки оленины в предстоящую убойную кампанию. Ожидаемый объем закупки составит 926 тонн мяса северного оленя, что позволит обеспечить население округа полным ассортиментом продукции из оленины до следующего забоя. Окропотребкооперация продолжает обеспечивать продовольственную безопасность окружных сел. За период навигации окропотребкооперации в отдаленные населенные пункты Ненецкого округа завезены необходимые объемы продуктов питания и промышленных товаров. Среди них овощи, фрукты, консервы, мясо, колбасные изделия, крупы, мука, предметы одежды и быта. Перед потребобществами стоит задача завести речным транспортом максимальный объем грузов, чтобы в период ледостава минимизировать расходы на транспортировку грузов воздушным путем. Следующая кампания по завозу продовольствия откроется теперь уже зимой.